Доверяете ли вы артемовскому телевидению? Такой вопрос мы задали не виртуальным пользователям социальных сетей, а простым, обычным жителям артемовского городского округа. Я его не смотрю пока. А почему? Не могу канал найти. А когда смотрели, доверяли? Да. Вы доверяете артемовскому телевидению? Конечно. А в чем проявляется ваше доверие? Ну как? По-любому, что говорят, я тому и верю. А как не можешь не верить? Вы вот задаете вопрос, доверяю или нет. Я не пойму, даже вопроса этого не пойму. Скажите, пожалуйста, вы доверяете артемовскому телевидению? Какому органу? Артемовскому телевидению. Доверяю. Всегда? Всегда. Ничего? Нет, ничего. Спасибо. Скажите, пожалуйста, доверяете ли вы артемовскому телевидению? Доверяю, но мне некогда. Скажите, вы телевидению артемовскому доверяете? Да я его не смотрю телевизор. Почему? Не знаю. Редко смотрю. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы доверяете артемовскому телевидению? Да. Во всем? Ну нет, не во всем. Так. А в чем именно вы не доверяете? Я даже не знаю. Ну, мне кажется, то, что не все прям так, как говорят. Не все. А конкретно назвать не можете? Нет, конкретно не могу. А в чем доверяете, можете сказать? Ну, некоторые кажется, то, что как бы есть так, как, ну, говорят на самом деле. Но не всегда говорят достоверную информацию, мне кажется. А с чего вы взяли, что информация недостоверная? Ведь сколько людей, столько и мнений. Мне кажется, не совсем, у каждого же свое мнение. Ну да, если оно не совпадает с официальным, значит оно неправильное. Ну, скорее всего, да, так. Спасибо. Спасибо. Вот еще молодой человек. Скажите, пожалуйста, один вопросик. Вы доверяете артемовскому телевидению? Да. Всегда? Да. Я, честно говоря, не знаю, что даже сказать как-то. Вот это уже, наверное, ближе к теме. Нет, ну просто на самом деле, я просто не знаю, что именно сказать. Доверяю, не доверяю. Я вам подсказывать не буду. А зачем мне подсказывать? Если бы я знала точно ответ на этот вопрос, я бы сказала вам честно. Нечего бояться. Хотелось бы доверять. Хотелось бы. Ребят, можно вас на минуточку? Скажи, пожалуйста, вот ты доверяешь артемовскому телевидению? Да. Во всем? Да. Вот то, что они говорят, это все правда? Ну, да. А ты всегда его смотришь? Бывает, нет, бывает, да. Но это когда еще занят. В школу хожу. Тогда не смотришь. Ну да. А как приходишь со школы, сразу включаешь? Да. Спасибо. Здравствуйте, девушки. Можно вам вопросик? Скажите, пожалуйста, вы доверяете артемовскому телевидению? Не могу ответить. Почему? Не знаем, потому что. Не знаете артемовское телевидение? Знаем, но конкретных действий не слыхать не знаем, ни сами не сталкивались. Поэтому я ничего не могу сказать. А с чем вы не сталкивались? Вы же телевизор включаете? Артемовское сейчас не включаю, по-честно говоря. Ну, когда вот журналистов посылали рассказать, что происходит в Украине, наших журналистов, много чего было замолчено. Мы сейчас говорим об артемовском телевидении. А, ну, если об артемовском, то... Ну, у нас край достаточно такой спокойный, поэтому замалчивать, в принципе, некоторые проблемы, ну, то есть некоторые проблемы, естественно, не замалчиваются и воспринимаются у нас так спокойно, то есть, ну, к этому так спокойно достаточно относятся, вот. Вот смотри, мы свой разговор начали с вопроса, доверяешь ли ты артемовскому телевидению? Ты сказал нет и до сих пор продолжаешь это утверждать. Да. Ну, я не доверяю, на мой взгляд. Ну, то есть, это мое мнение. Ты не доверяешь телевидению в целом или конкретно артемовскому? Артемовскому... Извините, я просто, опять же, начал углубляться вообще во все. Да. Да, ну, артемовское телевидение я в основном не смотрю, я только новости читаю. Но новости, в принципе, у нас правдивые, как бы я им доверяю. То есть, которые, вот, допустим, выскакивают там в Яндексе, в Гугле, то есть, там... Вот у нас, в принципе, новости правдивые.
Вот как бы. То есть можно сказать, что ты телевидению Артемовскому все-таки доверяешь больше, чем не доверяешь? Ну да. Спасибо. Спасибо большое. Твой ответ очень важен для нас. Это серьезно. Вы доверяете Артемовскому телевидению? Ну, как-то что говорят, вроде как правду все они говорят. Я ничего не отрицаю. Они правду как есть, если позовут, они скажут и подскажут. А что? Какие-то проблемы? Нет, абсолютно нет. Они не врут, все честно. Все честно, то честно я вам скажу. Давайте. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы доверяете Артемовскому телевидению? А я его почти не смотрю. Почему? Ну, как-то неинтересно. А когда бывают такие моменты, что все-таки смотрите, доверяете, верите? Не могу сказать это. Доверяете Артемовскому телевидению? Я доверяю. Во всем? Нет, а почему? Мне нравится, как они себя, ну вот, ведут себя они. Мне нравится, например, Артемовское телевидение. Не матерятся. Нет. Это самое главное. Я новости всегда Артемовские слушаю. Обязательно, мы же должны знать, что происходит у нас в городе. Мне нравится. Ну, что я могу сказать? На 5. Спасибо. Ну. Скажи, пожалуйста, ты доверяешь Артемовскому телевидению? Да. В чем именно? Во всем? Во всем. Везде правда. Сейчас, понимаешь, вот такой тренд, что молодые люди телевизор не смотрят, а сидят в социальных сетях, оттуда узнают все новости. Все, что говорит Артемовское телевидение... Социальные сети, они вообще деградируют молодежь. Допустим, я свое детство помню, мы и в прятки играли. Это понятно, это мы углубляемся. Ну а ты же должен получать откуда-то информацию. Конечно. Где ты ее берешь? Телевизор. Спасибо. Мы узнаем все новости. Так. Вот. Все, что я хотела сказать. Добавили. Так что спасибо вам большое, то, что вы все узнаете и выкладываете. Вот, все, до свидания. Спасибо вам. Полезное черпаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы доверяете Артемовскому телевидению? Конечно, все время смотрю. Так. Очень интересно. Да. Нравится вам? Нравится. А кто вам нравится больше всего? Вы. Нет, я не это имел в виду. Я имел в виду, какие программы вам нравятся? А все смотрю. Все смотрю. Так. Нравится. Скажите, правда, что у нас ведущие красивые? Хорошие. Да. Артем хороший. Все хорошо. Нравится вам телевидение или не нравится? Нужны мы или не нужны? По-моему, все ясно. Люди свое слово сказали. Ты смотришь Артемовское телевидение? Нет. А ты? Да. Так. Ты ему доверяешь? Да. А в чем ты ему доверяешь? Потому что там снимают про наш город. Так. И ты веришь всему тому, что там умные дядьки и тетки говорят? Да. Ну да, это потому что ты еще маленький, наверное. А, значит, нет. Почему нет? Значит, там... Да, вот. Да. Повторите. Устами младенца глаголится истина. Мать правду говорит. Да, потому что ребенок еще не потерял веру во взрослых. А понимаете? это очень верно, когда дети... Это вообще много очень событий, много что-то показываете. Потом вот это собирается, когда круглый стол, что-то задают вопросы, отвечают. Мы много-много знаем. У меня сестра, ей 82 года. Так она... Как только Артемовская, включи меня, я говорю, ну давай смотреть, а я уже, она вечером смотрит, а я утром смотрю. Видите, правильно. Я приезжий человек, это уже немножко. Всего вам доброго. Спасибо вам большое за такую оценку. Ну, я его давно не смотрю, потому что я, в принципе, телевизор и так не смотрю. Я сейчас, мы в веке высоких технологий, и я думаю, могу выбирать то, что я хочу смотреть. Нету навязчивого мнения. Понятно. А все-таки, когда попадаются тебе программы Артемовского телевидения, тут ты смотришь, о, что-то там знакомое мелькнуло. Доверяешь? С удовольствием смотрю, если честно. Вот все очень здорово. Мне все нравится. Я вижу знакомые лица, что у нас в Артеме творится, и я думаю, что вы дальше должны продолжать снимать, но и выходить на другой уровень, и больше делать для молодежи какие-то программы. У вас же есть передача «Поколение Next», да, просто еще ее больше развивать и делать старые передачи гораздо качественнее и лучше. Я думаю, у вас все будет хорошо. Спасибо большое. Спасибо за такую оценку. Все. На самом деле, нам очень важно твое мнение. Да? Да. Спасибо, не за что.
Смотрите артемовское телевидение.